Привет всем! Первая посылка из магазина tmart.com. Достаточно интересная такая упаковка. Впервые приходит упакована вот так вот. QR-код. Здесь прям все дела. Собственность, типа, если что, верните по такому-то адресу. Посылочка пришла за 20 дней примерно почтой Швейцарии. Швейцарии, кажется. Давайте-ка посмотрим. Заказываю. Впервые я заказал я некоторые вещи интересные для себя. Вот. Вот так вот все пришло. Что у нас тут в начале? Вот такой вот пришел микрофон. Я давно хотел себе микрофон. Более-менее нормальный. Это вот якобы конденсаторный. Хороший такой средненький микрофон. Давай-ка откроем, глянем. Вот такой вот сам микрофон. Вот такой вот он. Там крутилка громкости. Обзорчик обязательно сделаю, потому что мне даже самому интересно. А вот такая вот подставочка под микрофон имеется. Вот. Ну и это разъем для подключения. Ну такой под профессиональный сделан. В принципе, достаточно интересная штука. Потому что у меня сколько микрофонов есть, все из них плохие. Так, что у нас еще тут дальше? Заказывал я вот такой вот, ну это в принципе докидывал для заказа, вот такой вот, не помню скольки, 3-вольтовый или 10 он максимум, не помню скольки. Обычный такой вот фонарик, интересный достаточно. Так. Работает от одной пальчиковой батарейки АА, которые большие. Ну, куда-нибудь раз карман положить и машине пригодится. А стоимость тем более у него там, господи, где-то, наверное, $2 было максимум. Так, прикололся, решил, заказал алкометр. А самое интересное в том, что уже неделю не пью. После Рождества решил с этим делом завязать. Я, в принципе, не запивался, ничего такого подобного, но решил, что надо перестать пить. Пока вот у нас неделя получается. Так, даже кого неделя уже больше, в принципе. Вот такая вот менюшка. Вот такой вот сам по себе. Но вот беда в том, что его тоже нужно будет протестировать. И для того, чтобы протестировать, нужно обязательно будет выпить. Что буду с этим делать? Если честно, пока не знаю. Ну, наверное, придется выпить. Вот. Так. И что у нас еще? Это от чего? Даже не знаю, от чего. Это такой вот карабинчик. Может быть, это от... Да, это, скорее всего, от фонарика. Карабинчик. И бесплатно. В Т-Марте мне нравится. Покупаешь на определенную сумму. И тебе дают бесплатно всякие там штучки интересные. О, даже работает, светит достаточно ярко. На ключи повесил, и всегда будет фонарик под рукой. Такой вот небольшой. Ну что, вам спасибо. Подписывайтесь на мой видеоканал, ставьте палец вверх. С Т-Марта это не последняя посылка. Будет еще одна интересная посылка попозже. Нравится мне вот магазин тем, что доставляет достаточно быстро. Как-то более-менее прогнозируемо. Ну, такие вот дела. Да, короче, блин, придумал я себе занятие. Ну ладно, всем спасибо, пока. Подписывайтесь на мой видеоканал, ставьте видеообзорчик. Вот на этот микрофончик обязательно сделаю. Стоимость где-то около, не помню, $10-15. Ну, что-то должно из этого получиться. Пока.